Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Оля, и сегодня я хочу разыграть такого вот виндер-тигра. Тигр очень прикольный, мне он очень сильно нравится, посмотрите на него, он весь в шипах, красивый дизайн, очень красивая прорисовка. А если именно вы хотите его получить, то вы должны: первое, подписаться на мой канал, второе, поставить лайк, третье, написать комментарий этому видео. А итоги этого конкурса будут в следующем ролике. А вот победитель вчерашнего конкурса на Райт Пэта. Ну что ж, а сегодня мы с вами будем открывать 30 яиц Кракет. Первое яйцо захотело в пиццерию, вот мы уже ждем, пока оно откроется, и нам выпадает... Это Пудзи, ребята, вау! Мне очень нравится эта собачка, она прикольная, смотрите. Правда, она необычная, но ее очень хорошо оценивают. Переходим ко второму яйцу, оно у нас сразу же захотело есть. Давайте же его накормим в пиццерии, потому что мы в пиццерии. И надеюсь, мне сейчас выпадет хотя бы редкий питомец. Кормим. Так, давай, рарка, рарка. Нам выпадает... О, осел, нам выпал осел, кстати, очень прикольный пэт. Правда, он коммуновский, но мне он нравится. Следующее яйцо захотела в душ, я его уже поставила в ванную. Тут сижу, наблюдаю, как проходит задание. И мне интересно, сколько лех мне за сегодня выпадет. Надеюсь, хотя бы одна выпадет. И нам выпал муравей. Кстати, он прикольный. Смотрите, как он прыгает. Смешно. Он комон обычный. Ой, мы, кстати, выполнили задание. Нам дали баксики. Прикольно. Летим выполнять задание в парикмахерской. Я знаю то, что с этого яйца падает из легендарок. Это древний дракон. И вторая легендарка, если она есть, я не знаю, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях. Кракетек уже открывается. Ну, почти открывается. Ипа. Опа, кто это? А, это пудель, ребята, класс. Это уже второй пудель за сегодня. Вот такой вот милашка мне выпал, пуделек. Это уже второй. Очень классный. Давайте его поставим в изображенный. Мы уже открыли 4 яйца. Следующее яйцо захотело в кемпинге спать. Я решила его поставить спать дома, а не в кемпинге. Почему бы и нет? Дом ближе. Итак, сейчас у нас уже яйцо откроется. Посмотрим, кто нам выпадет. Давай. Редкий. Хочу редкого кого-то. Нам выпал еще один третий пудель. Сейчас мы с вами будем открывать уже 6-е, по-моему, яйцо. И посмотрим, кто нам выпадет. Надеюсь, на редкого. Потому что нам еще ни одного редкого питомца не выпало. Ну, или же легендарку, я тоже от нее не откажусь. Кстати, у меня уже есть 3 древних дракона, мне еще осталось одного выбить, и я могу делать неонового. Так, а кто же нам выпал? Нам выпал еще один муравей. Следующее наше яйцо захотело пить. Кстати, мне писали в комментариях то, что если последнее задание будет попоить яйцо, то повышается шанс на легендарку. Ну, давайте проверим, посмотрим, что нам сейчас выпадет. И... Ну, я не думаю, то, что нам сейчас лего выпадет, но это... Да, это мышь. Если вам нужна мышь или муравей, или вы просто собираете мега-неон или неон, пишите мне, могу вам отдать. 8-е яйцо также захотела пить. Вот сейчас второй раз проверим, вдруг нам дропнется лего. Но я хочу хотя бы редкого питомца сейчас. Тут вообще мало падает редких. Мышь. Опять это мышь. К сожалению. Следующее задание я ждала вот тут, вот на кроватке. Оно сразу же захотело спать. Повезло, никуда идти не надо. Вот оно уже сейчас откроется. Ну, давайте, что-то хорошее. Давайте что-то хорошее. Хочу что-то хорошее, давай. Ура, она выпала, орангутанг. Это редкий питомец. Он прикольный, поэтому пускай остается у меня в инвентаре. Вот у нас уже открывается 10-е яйцо. И вот давайте посмотрим, кто же у нас, кто это? А, это осел. У меня он, кстати, есть неоновый. У нас уже 11-е яйцо на открытие, оно захотело в школу. Я его уже вот отвела и решила его попоить. Как раз долго ждать не придется. Давай, ты же пьешь, должна выпасть лего. Давай. Вода приносит нам мышь. Классное лего. 12-е яйцо тоже захотело пить. Ну уже, давай, почему нам ничего не падает? Уже слишком много открыли, должна быть лего, уже должно быть 100 лех, ой.
Муравейка. 13-й Кракитек захотел спать. Где она? Вот он. Ну, сейчас я надеюсь, сейчас я ожидаю хорошего питомчика. Так. Ну-ну-ну, давай-давай. Мышь. Почему не так много мышь падает? Ну, это, конечно, тоже классный питомец и милый, но я хочу чего-то большего. Следующее яйцо захотела есть. Решила его напоить. Ой, точнее, покормить. Пиццей. Приготовлю вот тебе. Все самое лучшее, только выпади мне нормальное, пожалуйста. Я уже надеюсь, не знаю сколько. Все, кормим. Давай. Ты сможешь. Кто это? Мышь опять. Я уже начинаю расстраиваться, что нам ничего нормального не падает. Да, поэтому милая, но это уже 15-е яйцо, и нам не может выпасть хотя бы ультра, понимаете? Мне уже... Вот муравьи и мышки. Ну, не классно, не милые, но хочется чего-то больше. 16-е яйцо захотело в горячие источники. Я прям хорошо вожу машину, это видно. Вот оно уже сейчас откроется. Я решила немножечко ускорить. Да, совсем чуть-чуть. И, пожалуйста, пожалуйста. Мышь. Да ё-моё. Смотрите, как тут красиво, кстати. Это магазин игрушек. Вообще замечательно. Я уже как белка в колесе речу этот кемпинг, чтобы смотреть, что нам выпадет. Надеюсь, я очень надеюсь, что нам выпадет хотя бы легендарка или хотя бы ультраредкий. Потому что нам вообще, как вы видите, ничего нормального не падает. Нет. Только комоночки и ункомоночки. Ну, я, конечно, рада, что нам милые питомцы сыпятся, но где же наши добавочки, а? Где наши добавочки? Тут мне в предыдущий раз выпала легендарка, надеюсь, сейчас тоже. И... О, нам выпал верблюд. Кстати, классный пэт, у меня он есть мега. Я рада, что сейчас он мне хотя бы ради разнообразия выпал. И следующее яйцо у нас моется, и... Кто это? А, это корги, ребята! Это самый милый пэт из-за этого, как я считаю, из ультра редких. Смотрите, какой он милашка. Смотрите, корги, да, он ультра. Вау! Он чем-то что-то прыгает. Смотрите, какой пусечка просто. Посмотрите, милашка. Это уже, если что, 19-е яйцо. И нам выпадает 19-е. Орангутанг. Редкий питомец, так что хорошо. Я сменила немного локацию. Смотрите, возле пингвинчиков тут так красиво, атмосферно. Так розовенько, что ли. И нам подать. Давайте хотя бы тут что-то интересное, пожалуйста. Мышь. Мышь, хватит меня преследовать. Прошу тебя, умоляю. Чтобы вы понимали, это уже 21-е яйцо. У нас остается 8. Ой, 9 точнее. Я тут уже денсию как могу. Давайте, пожалуйста, уже шаманю и денсию, что только не делаю. И нам выпадает муравей же по трусу, ё-моё. Давайте посмотрим, ну, может нам хотя бы с 22-го яйца повезет. Давайте спустимся на первый этаж, чтобы нам прибежал красивый легендарный питомец. Легендарный, если что. Так, я закрою глаза. Все. Опять, еще и жопой встал. Кому нужен муравей для неон? Забирайте, пожалуйста. Следующее яйцо захотела в парикмахерскую пить. Я решила его попоить уже в салоне. Потому что, ну, вот вода приносит больше возможностей на Лего, как мне говорили. Но я все же в это не верю, потому что мне падает крыса, точнее мыши. Теперь я решила открыть Кракитек возле его дома. Может, так фартанет? Давайте глянем-ка. Пожалуйста, пожалуйста. Я тебе мороженое дожидала самодельное, и нам выпадает осел. Спасибо. Теперь я в детском отделе напротив яиц. И... Младенец, давай. Младенец-дракончик. Хочу древнего дракончика. Мышь. Я решила купить сундуки с одеждой. Ой, я случайно открыла, и нам выпало это. Очки. Такие вот очочки прикольные. Я тут накупила немного сундучков, потому что я собираю их. И вот яйцо захотела в душ. Ну вот почему я собираю так много яиц, мне в итоге падает почти ничего нормального. Милые пэты падают, а вот легендарные, мифические, то есть мне не падают. Нам выпал верблюдик, кстати, рада я ему. Он классный пэт. У нас осталось 4 яйца. Ну, уже 3 осталось. Одно открылось, это муравей, уже вижу по его жопе.
Предпоследнее яйцо. Предпоследнее. Где Лего? Пожалуйста, сейчас, давай. Верблюд, ура, верблюд хотя бы. Не муравей вот этот красный. Последнее наше яйцо. Оно захотело в больницу. Я тут беру яблочки. Все, давайте покормим. Я уже ни на что не надеюсь, потому что очень много яиц открыли, и нам ничего не выпало. Только два орангутанка там что-то и один ультракорги. И сейчас нам выпала мышка. О, кстати, это еще не последнее было яйцо. Вот сейчас оно последнее. И давай, пожалуйста, дракончик. Муравей. Вот такое видео у нас получилось. Я, конечно, рассчитывала среди 30 яиц выбить хотя бы одну легендарку, но мне повезло. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Желаю хорошего дня и настроения.